Аграрии Ульяновской области завершают подготовку к весенним полевым работам. Перед региональным Минсельхозом стоит задача довести бюджетную поддержку до аграриев. Сумма должна составить не менее 1 000 000 000 рублей. Эти денежные средства пойдут на закупку удобрений и ГСМ. В хозяйстве Андрея Милюткина из Кузоватовского района к посевной готовы. Из яровых у нас овес и ячмень. Технику подготовили? 100% готовность у нас. По удобрениям как? Тоже 100%. Заведено. Вы сколько планируете на гектар вносить удобрений? 120 килограмм. 120, да? Это физическое? В физическом весе, да. Общая посевная площадь в этом году составит 1 073 000 гектаров. Потребность в семенах яровых и зернобобовых на весенний сев составляет порядка 73 тысяч тонн. У аграриев имеется 130% от потребности. Также в Кузоватово глава региона Алексей Русских осмотрел строительную площадку будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. Возведение объекта началось еще в 2017 году. На данный момент в здании монтируют систему вентиляции и отопления, устанавливают перегородки и проводят электромонтажные работы. Так, с финансированием. Сейчас все нормально. Вопрос решен? Да, идет. Вот. То есть мы за этот год полностью обеспечены финансированием. И у нас к концу года сдача, да, Оксана Обыч? Да, декабрь. Да. А пока местная детвора занимается в физкультурном зале Дома культуры. На его ремонт было выделено более 2 000 000 рублей в прошлом году. В зале проводят районные соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, легкой атлетике. Во время приезда губернатора кузоватовцы участвовали в фестивале семейных команд ГТО всей семьей. Далее Алексей Русских встретился с представителями некоммерческого сектора муниципалитета. В районе работает 19 территориальных общественных самоуправлений и 2 некоммерческие организации. Благодаря участию в различных грантовых конкурсах активисты за 3 года привлекли 26,5 миллионов рублей. Тем самым смогли реализовать 33 социальных проекта. Именно вы являетесь хранителями всего лучшего, что было у нас в то социалистическое время. И молодежь подтягивается, вот напротив меня сидят люди, такие смышленные и патриотичные ребята. Уверен, что у вас большое все это будущее. В общем-то, на вас мы и рассчитываем. Активные ТОСовцы ведут сбор денежных средств и необходимых вещей для военнослужащих. На базе района работает Центр помощи мобилизованным и их семьям. В прошлом году общественники выиграли федеральные гранты в сфере патриотического воспитания. Анна Тищенко, Улправда ТВ, из Кузоватовского района.